Если б я мог сбежать на необитаемый остров, я бы не задумывался. Ты что, хочешь сгнить на необитаемом острове? Ты несчастлив? Я отправил инвалида в канаву. Скоро буду. Чем вы зарабатываете? Когда говорю, всех бросает в дрожь. А мне и говорить не нужно, как всех бросает в дрожь. Вы гробовщик? Ты что тут делаешь? Я хотел получить метафизический опыт. Так я тебя и бросил, черти где. Поверь, это не проблема. Все в порядке. Не побеспокою. Ему что-то нужно? Без понятия. Ты не против, если я переночую в одном отеле с тобой? Мне так спокойней. Мы все пассажиры на этом поезде. Мы не знаем, куда едем. Мы не знаем о пункте назначения, но мы на борту. Ваш брат? Нет, он мой друг. Что обо мне думают другие? Мне насрать! Я думаю, ты выглядишь нормально. Так и не скажешь. Да, почти.